ФСБ отстранило адвоката Эмиля Курбетдинова от защиты арестованных крымских татар. Об этом он сообщил сам. Причина отстранения пока неизвестна. Полагаю, я еще самого постановления не видел. Это мне стало известно от моего коллеги, который также по назначению был в этом деле. Он мне сообщил, что действительно вынесено такое постановление 3 числа, то есть от вчерашнего дня, о моем отводе. Я полагаю, что это как и по Севастопольским, в связи с тем, что якобы интересы моих подзащитных противоречат друг другу, что, конечно, сам по себе нонсенс, потому что они не сказали ни одного слова. И все 151 статьи отказались от дачи каких-либо показаний. Однако, что называется, действует по старой схеме. И опять такое постановление, и, скорее всего, я останусь у одного из четверых, у кого именно, пока точно тоже сказать не могу, у кого они решили меня оставить.